Здравствуйте, зовут меня Валерий Петрищев, главный агроном ООО «СХП Задонья», Липецкая область, Задонский район, деревня Гальчигора. Выращивается кукуруза, назерно, подсолнечник, соя, озимая пшеница и яровая пшеница. Основную роль играют пропашные культуры, кукуруза, подсолнечник и соя. Основной упор делается на них. На данном поле произрастает соя, мезенка РС-1, поле 47 гектар. Посеяно было 5 мая 2022 года. Под сев были внесены удобрения. Амафос в количестве 80 кг на гектар. Под осень было внесено диамофоска 150 кг и калий хлористый 100 кг. После сева была обработка почечным гербицидом Гардогол, без которого невозможно сейчас справиться с сорняками на сои. После чего была обработка препаратом Флекс дозировки 1,3 литра на гектар. Почвенный гербицид Гардогол помог отсрочить срок обработки гербицидом по вегетации растений, что позволило защитить сою на более поздних стадиях развития. Препарат себя зарекомендовал очень хорошо, сдерживает большое количество сорной растительности. В прошлом году по хозяйству урожайность сои составила 20 центнеров с гектара с высоким содержанием протеина. Без применения гербицидов сейчас я считаю, что вырастить урожай невозможно, так как сорная растительность не даст развития культуре, и мы не сможем использовать потенциал культурных растений. Если исключить из технологии производства сои гербицидную защиту, я считаю, урожайность снизится на 50-70%. Препарат Флекс борется отлично с сорняками, не бывает фитотоксичности на культуре и безопасен для окружающей среды. На конец июля сои себя чувствуют отлично. Фаза конец цветения, начало формирования бобов. Соя сформировала отличную корневую систему. Есть азотофиксирующие бактерии, что позволяет ей питаться азотом и дает отличный рост для сои. Гербицидная обработка была произведена более месяца назад, примерно 15 июня. И на данном поле видно, что гербицид сработал отлично. Сорных растений нет, соя отлично защищена. На этом поле предшественник подсолнечник. Как видно, падалец подсолнечника минимальное количество. Проблема падалицы подсолнечника в том, что она всходит в разные сроки. Флекс справляется с этой задачей на отлично. На данном участке поля огрех, разворот опрыскивателя, линии электропередач. Здесь очень хороший контрольный вариант, так скажем, по работе гербицида Флекс. Мы видим, что здесь не убрали падалицу подсолнечника. На развороте марь есть, щирица. Основные такие вредные объекты, которые в основном в гербокритический период роста сои забирают у нее питательные вещества и забивают растения. Гербицид справился со своей задачей. Мы видим с вами переросшую щирицу.